Вот, PUBG, что за игра? Игра отвратительная, то же самое, что и с Dota. Лучше не начинать играть, потому что, ну, кроме социальной какой-то штуки, типа ты играешь с кем-то, да, общаешься, в ней ничего хорошего нет. Вот, поэтому, если вы задаетесь вопросом, а стоит ли или не стоит, не стоит. Не стоит определенно, если она по каким-то причинам уже есть у вас на компе, удаляйте. Вот, единственная причина, почему я все еще прыгаю вот так вот периодически. А, без Сокола я не играю, без стримов я не играю. А, игра неинтересная. Хотя у меня и работа такая не стрессовая. XOROW переподписан 140 тысяч. Хорош, привет, хорош. Хорош. Здравствуйте. Так, и чего у нас тут? У нас упырь падает прям к нам. Я бы, конечно... Хотя кого я сейчас убью? Кого я обманываю? Ну бас. Пришел, натопал, думал, что так просто можно уйти. Что за люди? Во что? Ну, скорее всего, сейчас просто на рейтинг нулевой. Я же не заходил 100 лет в игру. Подлутал он вообще без задней мысли. Он, видимо, когда падал, то ли головой ударился, то ли... По сторонам не смотрел. Я хз. Так, теперь вопрос возникает, где нам транспортное средство взять? И вообще, два врага еще было где-то поблизости. Один упал на машинку. А, вон машинка. Кто-то летел дальше на хазенду. Посмотрим. Сейчас осмотримся. Мне кажется, что все-таки один человек вот в том кемпе находится. Не знаю, ощущение у меня такое. Да, не подводит еще чуйка бобра. Чуйка бобра, это как похоже на какое-то лекарство. Там каверов нет, там один кавер убогий. Он сейчас закрепит кемп, потом увидит... Да блин, стой! Вон он бежит, сейчас увидит машину. Он как будто что-то подозревает. Нет, какой арбалет, вы чего? Какая бесславная смерть, просто. Так, ну что, полетели, долетим? Я не знаю, где он. А, слышу. Вижу. А, как я намазал вообще. Причем у меня плюсовая ситуация. Первый выстрел вообще куда-то по... Блин, шутера 100 лет не играл. Извините. Это был непереживаемый выстрел вообще. Ах ты, ёпперсы ты! Ну, конечно. Блин, я в голову словил выстрел один. Дождик 666. Ладно, двух убили. Уже не ноль, уже не ноль. Ну, погнали. Ждем Соколика. А чё бинты не съел? Там не было времени на это. То есть, как только ты начинаешь бинтоваться, это и слышно. Это провоцирует человека, то есть я думал, что мне удастся на его перебегание от дерева до дома его поймать, пока он это делает. Потому что когда он до будки добежал, когда ты битый уже, это уже все конечное. Так, погнали. Угу. Ну, это классические от третьего лица. Абуз. Да. Здрасте.
Пощади. Ни хрена себе, виртуоз. Ля. Идем. Как ты? Как он зашел, блин? Нет, я все забыл. Ой-ой-ой-ой-ой. Погоня, кажется, меня вычислили. Вполне возможно, по прикиду зимнему. Нет! Нет! Они дикие какие-то, Слышь, не надо! Сокол, спаси! Блин! Да что? Что ты сигналишь? Может, это тоже свой? Может, и свой. Чё ты хочешь? Алло! Алло! Тормози, говорит, на обочине. Нет, это не свой! Блин, точно стреляет! Капец! Как же колбасит берил. Вижу. О, хорош, хороший, хороший. Хороший. Плохой. Блин, два попадания, причем один в бегу. Да вы охренели, что ли? Я не хочу в эту игру возвращаться. Что за беда? Капец. Блин, опять у меня какой-то упырь. Я поздно вылетел, он приземлится. Почти так же, как и я приземлиться. Ага, ага, еще у нас такой. Это тот же. О, спасибо, добрый человек, спасибо, спасибо. Ё-моё. Ля, какой красавец. Он точно с Good Game. Просто чемпион. Третий армор еще. Откуда ты такой берешь? Может, доедем? Если тут более-менее по прямой, может, доедем. Два груза! Где же этот сокол? А, Стрик. О, это же Стрик. Стрик, старик. Спасибо тебе. Можешь написать какую-то дичь, тебя не забанят. Очень странный человек проехал мимо двух падающих сзади грузов. Третьего же не может быть сзади за мной. Но я все равно припозднюсь. Видите, я приезжаю, а тут уже... АВМ. Но без прицела на этот раз. Так, ну давайте, может, на победку, чё? Как вы думаете? А то сейчас вот сокол придет через 2 минуты. Через 20 минут перейдет сокол. Сокол пришел just in time. Просто невероятно, соколик. Присоединяйся к игре. Я захожу в Discord. Подожди, я лягу. Алло. Привет, Михаил. О, привет. Привет, мой красивый, хороший. О-о-о. Привет. Мне жена меньше комплиментов за неделю говорит, чем ты за первые секунды. Красивый, хороший, я капец. Готовлюсь, я готовлюсь. Я сто лет от этого от Жени не слышал. Я просто это замуж выхожу через 5 дней, поэтому готовлюсь. Замуж? А, я что-то женись. Не знаю. Ну, еще не поздно. Я тебя предостерегаю, что лет через 15 количество... Кого? Комплиментов будет значительно меньше, чем сейчас. Слушай, у меня тут 46 человек и АВМ. Ты расскажешь, как прохладу? Не, играй, я тогда себе пойду кофе сделаю. Чё? А, я. Прохладу? Да не, вообще дичь, Миша. Суицидальные наклонности. О, у меня человек здесь, тихо. Отлично, я пострелял. Слава богу, что это бот. Я тоже
только что увидел, как ты пострелял. Он даже тебя не убил. Да, 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 это ботинок. Оля моя красивая. Так, у меня тут, кажется, что-то выросло. Про это вынырнуло просто из-под льда. О! Ни хрена себе. Люди какие тут. Что такое? В Т3. В Т3 приоделся тут же. Может, подлутать можно? Нет, ничего нет. Что за баги? Так это как бы старые, но просто обычно... Еще дроп. А все остальные деньги я вкладываю в водород. Так что. Мудрый. Мудрый сокол. Робко прячет. Лут припрятанный. Стыдливо. Кажется, он подозревает что-то. Вот это да. Ах ты. Просто... Да что ж такое? А. Тело, но тело это не голова, голова не тело. Лечится собака. Пересветись пока. Спасибо. Но он собака. Ах ты, ах ты, ах ты, ох ты. А. Ой, а уже все подходит же. Ой, его убили. Нет, я лучше машину возьму, что-то не хочу. А можно поехать? Спасибо. Здесь ок, не ок. Блин, хреновое место. Бежит ко мне. Верит меня. Ой. Ага. Четыре человека. Двое. Остался на В. А вон справа. Вижу. Блин, у него позиция хорошая. Я понимаю. Одна. Ну, у тебя писька до колена, Миш. Давай. Попал я по нему? Вроде попал. Вот сейчас попал, да. Лечись. Он там не в зоне вроде, не? Да, чуть-чуть. А он где вышел вообще? Обходит, хитрит. Ага. Тихо, гори! Не горит. Не докинул я. И
Красава! А? Я специально отдавался, чтобы когда пришел Сокол, я показал, что еще что-то могу, что еще что-то умею. Давай, ну, щегол! Я немножко. Я готов поделиться с тобой немножко мудростью. Hi from Go My Clan через букву K. I give you shaman. Да, классика жанра. Вот так меня в свое время заманивали в разные кланы. Шаманов там может быть максимум 5, насколько я помню. Это да, серьезный статус. Это очень такая, да. Go. Подожди, у меня другие данные. Двухлетней давности где-то. Да, мы с папой чуть-чуть. Ну, мы вчера с папой чуть пиво попили. Сегодня нет, потому что завтра на работу. Mm-hmm. Что по акциям? Куда вкладываться, спрашивает Роуч. Ну, я вот вложился в водород. То есть я вот подождал, пока отскок пойдет. Два человека у нас отскок. Нас 60. Блин. А. Думаю, отскок закончился, можно. Блин, на Хазенде как будто никого вообще. Хотя, скорее всего, они раньше приземлились. Так, и чего? Не раньше, да. Ну-ну-ну, продолжи. Вот, есть и водород. Так. Привзял чуть-чуть. Привзял. Так. Ну, это самое интересное, да, что вот новости, которые у тебя есть. Проедь как-нибудь в сторону N, куда-нибудь в следующий кемп. Окей. Okay. Не торопясь. Я так, ограничение максимум 220 можно с этой резиной ехать. К сожалению, медленно поеду. Да, уже выходит тебя встречать. Люди высматривают. Стоит здесь один, около ржавой машины. Да, я понял. Не вижу его. Он за ней. Вижу на втором этаже движение. А, ты прям на первом этаже уже? Отчаянно. У меня пара... Ага, на втором этаже справа. Высматривает. Аккуратненько, аккуратненько, не торопись. Не торопись, я думаю, как мне отсюда... Ладно, я попробую свалить. Да, подсвалил. Не торопись, еще пара гренок есть у меня. А ты... Пошла первая. Вторая мимо. Третья туда же, ну, маловероятно, конечно. У меня, блин, PUBG вылетел. Пипец. О, я нокнул одного. Ну, я там стою пока что просто. Опа. Я тут вряд ли зайду. А, нет, добил. Тебя, ты прикрыл меня, кстати, живым щитом. Ты там так стоял, как дурачок, что они тебя нокнули, а меня нет. А я без каски был, там любая пулька мне прилетала. То есть я жив еще, да? Ты нокнутый. Я еще пока тебя не поднимал и пока думаю, стоит, не стоит. Пока просто лутаю. Понятно. Пока просто лутаю. Ну, делаю, что могу. Хорошо, стабильно идет опять. Да, игра не меняется. Стоял, мониторил, понимаешь, вот так, ну, очень хорошо, да. Угу. Ладно, поднимаю тебя, так быть. Там самолет упустили, ну, двух лопухов размотали. Ну. Давай, поехали, там самолет летит. Самолет. Угу. Сейчас. 120. А сейчас мы, давайте, политику еще. Давно не общались, сейчас мы с немцем о политике поговорим. Вы там, кажется, седьмой пакет санкций готовите. На минус 5 ярдов. Я ничего не готовлю. Да, я лучше подлутаю. Ладно, лутай. Гоу. Я понял. 55. Вижу. Гора. Мне хорошо, это я бинтами. Дал ему немножко. Ух ты. А, второй ближе. Ну, поехали, короче. АВМ! Кто-то другой. 210. Я понял, да. У меня нет никакой медицины. Я понял. Ну, не пошло здесь коннектом.
Блин, сокол, Не, ну по-настоящему дисконнект, ну чё-то нет, да. ну, слушайте, Германия почти в том же самом поясе находится, что и Белгород. Ну Понимаешь? смотри, у нас есть подвал с пивом. Да я был там. Чё ты мне рассказываешь? Все я знаю. Зай, машина едет, бери какое оружие, быстрее убивай ее. Ага, сейчас. А, он М24. свернул. Боится. Он услышал твои эти вот темы. Не-не-не, погнали в центр, конечно, забей. Тут его... Во-первых, это не верняк, я не видел этого человека, только слышал кусочки. И не факт, что это было оно. Да, куда-нибудь вот в этот кемп сразу по центру. У меня когда-то за рулем опять флешбеки начинаются. Ну, вроде на таком очень сложно заруиниться. Но твои способности меня всегда удивляли. Блин, ты сейчас... Ага, ты едешь вниз, да? Окей. Да, на нем можно ехать вниз. Это... Ну, как... Нормально все. Ты еще от курса отклонился, мы... Давай, гоу. Ну, гоу! Ну, гоу! Ну, гоу! Осматривайся, он еще может дымиться. Дистанция где-то вот такая была. А, вот он! Ай да я! О, мне он только прорисовался, да ладно. Не лутанный. Давай, давай. Рысь будешь брать? Бери. Окей. Давай. Прямо чел стоит, алло, слева. Давай убьем. Го, го. Опасный, опасный. Кратере. Можем подсократить аккуратненько. А, на горе 55. Вон он бежит к нам уже. Тихо, нет. Гаражит. Блин, ну что за стрельба, блин, без команды? Капец. Ну и давай теперь не, сокращай рысь под них. меняли. Не, он сейчас лутать его будут. Какой лутай? Они Ты же его выстрелил по убили. нему сам. Да, но они его убили, добили, убили. Так что давай сейчас. Вон он пошел вижу, лутать. Вижу, вижу, вижу. Готовь. Готовься. Готовься. Поехали. Хорош. Дружане, сокращаем. Уже был. Не, вон дружаня там же. Только что пикался. А, вижу. Погоди. Чуть левее возьму. Да хорош! Сокол, монстр, вы видели? Он сделал фактически минус 3. Только я 2 засчитал, а на самом деле это минус 3. Что он попал и в того разок. Но все равно не прав. Справа еще, кстати, лут 120. Что? Что там? Все там. Он летит. О, человек вдоль стенки с СВ. Вот это. Очень подозрительно выглядел просто. Его дружание чуть левее был, хотел спасти. То есть там две тьмы, получается, в этом кемпе. Две тьмы на желтой. Окей. О, этот один в один остался. А, добили его. Все, сейчас будет поднимать дружаню. На желтый, говоришь, да? А, вижу. Что там справа выкинули? Блин, жалко, до кемпа так далеко. Можно было подрашить этого оставшегося одного. Сейчас будет тебя высматривать. Как мангуст. Это фаталити какой-то или что-то? Да, это какой-то фаталити с Mortal Kombat. Я не понял, откуда стреляют. Очень издалека. А, все понял. С города 105. Ой, дал я ему. Ой! Хагваш. Ру! По твоей наводке. У нас вообще какая машина мелкая осталась, да? А надо ехать куда-то. ГГ. Не, 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 мы остаемся здесь. Мы остаемся, закрываем. Да, кстати, можно зоны, да. Хорош. Нет, это не его дружане, еще люди. От меня 250. Едет по дороге 150, 150. Надо понять, принять. По дороге. Go. Ничего не попал.
Близко, далеко от тебя? Прямо передо мной, не у торопись. У меня! Нокнул одного. Отлично. Второй к спиной к тебе стоит уже. Я лечусь, меня... Ой, еще из зоны их убивают! Двое! Охренеть тут. Войнушечка. Убиваю одного. Ты нокнул какого? Убиваю второго. Нет. Добил. В дыму остался. Горянки закидывают туда. Он дружане поднимает. Вторую горянку кидаю. Блин, не докидываю. Табакман поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Добрый вечер. Ноктал тоже привет. Вижу. Хорошего стрима. Ру бегает. Убил хорошо, второго. Молодец. Так, смотри, 30 секунд, следующий круг. У нас люди на 280 на горе. Мне болики нужны. Ну, лутай их. Там 4 трупа вообще. Два Маши... человека нас высматривают, 280. 280 высматривают два человека нас. Или в нашу сторону смотрят. Не видят нас. Окей, хорошо. Из домов выходит. На меня едет. Бил. Выходит второй, 15, бежит просто. А, нет! Сейчас задавит. Нокнул. Хорошо. Я лечусь. Мне тоже надо. Из зоны я выходит лечусь. 20. Выцеливает, я пока 25, лечусь. 25 тоже. А, это он, наверное, ты имел в виду. Ну, он лечится. Он и easy kill. Да-да-да. Двое остались перед нами в сене. Мы в зоне. О, тебе надо быстрее в машину и сзади меня где-то искать сено в зону. Я здесь в зоне. В какую сторону? Сзади это где? Где-то вот сюда, на желтую, куда-нибудь туда. Ищи там сено получше, постабильнее, скажем так. Вижу. Нашел очень хороший сено. Невзрываемое, короче. Они сено пока не знают, где тебя добили. Ага. Второго вижу. Вылечи сначала, он тебя держит просто на прицеле. Да, о. Да. Не-не-не, подожди. У тебя время есть. У тебя третья каска, но тебе нужно вылечиться. Подожди, он тебя держит. Не бой. Да! Хорошо. Ну ты опять заруинил концовочку. Ну вот, какой заруинил, алло, я позицию, хорошо. Они вне позиции оказались. Миша, блин, я тебя прикрыл там вообще как царь, к тебе ехал, чел. Ты такой, а, все, ты заруинил челлендж, блин. Если б ты не нокался и не умер, мы же не нокались, не умирали. 10к бы изи подняли сейчас, ё-моё. Да не беспокойся, Миша, зато какие эмоции, топ-1. Лучшие, просто. 10 тысяч рублей. Красота. Ты понимаешь, что сейчас уже не тот курс? Это уже почти 150 евро. Надо не параплан, надо валькирию. Две машины здесь. А, можешь баги взять слева. Пес туда, туда падает пес. Пес! Два пса! Он успевает быстрее. Я к тебе. Два. Ближний ко мне ангар. Угу. Второго вижу посередине. Да, да, вижу. Я вижу. Значит, у меня одиночка этот. Эти выходят, назад на тебя бегут. Я не палюсь. Блин, я близко. Не, можешь палиться, если обоих убьешь, то убивай, я своего убью. Убил своего, иду к тебе. Я здесь на углу. Тебе может оббежать как-нибудь. Как? По праву? Ну, справа. Ага, окей, да. Иду. Ага, понял. Ах, красава, сукули, как вы их приняли! Ребята, Т, это значит тактика. Кто-нибудь, поставьте смайлик Т, правильный в чатике. Кто шарит?
Ну, чувствуешь, а кто командовал, кто руководил, у кого родился план, кто сориентировался после твоей руины, а? И мы реабилитировались. Мы тех людей, которых ты в самом начале пощадил, назовем это так. Мягко говоря. О, Ютон, какие у нас тут профессионалы. А-а-а. Сейчас едем по этой дороге. Открой пока в гугле карту этих парапланов. Опа! Так, полет Валькирии. Давай. Классика жанра. Да. Это оно. 100 лет не летали. Только не заруинь, прошу. Только не заруинь. Да ты че, я рожден пилот. Я же сокол. Набери высоту, набери высоту. Как слышно? Я вовремя, капитан. Да. Отважный экипаж. Что ты там, Бройлер 747 терпит крушение на протяжении 727 серий. В главных ролях неутомимый, но мужественный командор. Как там дальше? Как там дальше? Кто-нибудь цитату помнит? Второй пилот. Я не помню! Радист Морзе, да-да-да. Неунывающий. Слева, второй самолет! Слева, алло! Что? Бежит. Перехват! Перехват! Ах, тут голям! Давай! Ай-яй-яй-яй, крутое пике! Готовься! Поднимаю крыло! Блин, как же... В эту сторону не могу. Не, только нет, не вниз! Ты сейчас... Ты чё? Это тактика, давай! Ай, не могу. Миша, ай. Эти... Пускай ангелов, или как их называют? Каких ангелов? Что такие? Контрмеры, что ли, или как? Ну, угла нет, я не могу стрелять. Да эти жуки, они знают, что делают. О, давай. Ну. Вообще не попадаю. Нет. Крутая пике. Нет, сокол, выходи, выходи. Выходи, штурвал на себя. Газ, пол. Хорош. Супер. А, мы оторвались от них, нормально. Так, заходим. Ой, прям парашютист. Может, его заберем? Да, можно попробовать, можно. Вижу. Чуть ближе. Его дружане прикрывают. Пролетай дальше, я ранен, капитан! Нет! Подобно еще чел. Нет! Он не знает про меня. Прямо еще люди. Я пикирую. Держись, соколик, держись. Жизни нет. Дымится. Нет, стреляют. А, могу разбиться. Резкое торможение. И как раз под полную, под композицию полет Валькирии. И два человека побежали меня лутать. Супер. Но самое главное, видишь, чью-то жену мы с тобой порадовали. Да, как минимум понял. Одну жену. Как минимум одну жену. А скорее всего, даже больше. Да. Гоу, поехали. Гоу. Где не хочешь? Аркадненько, нет? Я самый сталкерный зритель Майкера. Впервые смотрел еще воды на ЛКИ. Я не делал воды на ЛКИ. Ой, 2008 год, блин. 26 ноября. Понеслась. Ох. Я вошел в помещение, где в углу на стульчике за столом сидел такой маленький мальчишка. Сидел мальчишка на краю окна. Видимо, это был не он, а она. Нет, это был Майкл. Что, солнышко? Я вспоминаю тот прекрасный вечер, когда я встретил одного из самых лучших людей. Про жену. Скажи, что ты жену порадовал. Чужую. Солнышко, тебя тоже, да, люблю. Мы не знаем, сколько там людей. Аккуратно, соколик, не руинь, пожалуйста. У нас опасная миссия. Жену отставить? Не узнаю я сокола. Ладно, давай, это ластицкая на победку, так что давай, соберись. Будем? По команде. Готов? Да. Нахрена ты спрашиваешь? Ах ты твою ми... Как? Ты сказал да. Нет, я не сказал да, ты чё?
Ребята, клип сделайте. Вот как можно так руинить? Готов? Не слушает вообще ничего, ему постреляют. Он... Да второй 100% надо рашить. Я уже за грузом, алло. Он лежал, ног. Да. Хорош. Все. Молодец. Другие на 220. Да, я машину. А что, груз подлутал? Ну, молодец, да. Вообще красава. Вот. Можно свернуть. Браво, люди, Миша, мэйдэй! Я не привык стрелять по людям. Приезжаю, что... Они стоят, будем мы просто... Ладно, убегать. Давай, погнали. Водитель ранен. А что я такое? Тоже. Нам сейчас сзади могут посувать. Чубака бежит на нас. Не вижу. Лег на желтый. Лежит. Желтый, маленький как этом. Поехали. Оу! Да это вообще не против. Я говорил, что нам в спину сейчас стрелять будет. В кемп этот? Здесь ой, два груза. Сильный игрок. Но нам вообще зад нужно смотреть. Да, вот те, которые есть. Дал ему одну. Дал вторую в ногу, блин. Но как бы недостаточно. О. Дистанция. А, люди, 100-115 машина. Вижу. Люди, блин, бегают. Ух ты, йоу! Попал, да, я вижу. Там чувак сейчас будет его. Добавляй ему в спину. Кто я стрелял? Подходит еще в кемп 115, да. Сзади у нас, сзади стрельба. Они все еще, гранату нам кого-то убили, да. Побежал чубак, сейчас будет выбегать через дверь, скорее всего. Или он лутает? Блин, еще слева. Где чубака? Не вижу чубаку. Кемп он слева стрельба была тоже. Сейчас тоже побегут. Ну ты лево, смотри, я чубаку смотри. Или нет? Осторожно, там высунешься, слева начнут бахать. Угу. Очень опасная позиция. У нас ничего круг... Не по нему не бьет. У нас сейчас слева могут прийти люди просто. Слева вижу, это больно. Нет, да, слева, прям слева. На горе еще козел один. На велосипеде. Блин, они умеют так. Лутает. Дистанция. Тут капец, 5 человек перед нами. Из... А сколько можно... Сзади! Понял. Сзади нокнул? Нет. Лечусь, спускаюсь. Где наверху еще? О, у нас. Давай ко мне. Да. У тебя там норм, сейф? Более-менее. Я вижу... Так, один убил двоих, сейчас будет лутать. ЭВ. Нокнул. Это часть тьмы. Убиваю. Не вижу, дружане. Один остался у меня справа внизу. И да, один гору. Слева на горе. Гору вроде нормально мониторю. Ты смотри гору, я смотрю моего. Ага, вижу одного. Вот он. Да, это мой, который был снизу. Понял. По нему он... стреляет другой. Их двое там. Вижу второго. Всего. Хорошо. Чуть подсокращу. О, хорош. 1-2. Один остался где-то желтый. Не торопись. У нас круг. У нас круг и все просматривается. Да. Вижу его. Давай, убивай. О-о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 
просто. Да! Руина через 3-2. Хрена с 2.